Привет, друзья! Сегодня готовим очень ароматный согревающий супчик, который идеально подходит для холодных деньков. Если у вас есть бульон, суп готовится буквально за 15 минут. Два картофеля среднего размера помыть, очистить и нарезать на кубики. Отправить вариться в кипящий бульон. Лук очистим, мелко нарежем. Морковь натрем на мелкой терке, у меня замороженная. Обжарим на растительном масле. Приготовим клёцки. Сотейник. Смешаем воду, сливочное масло и пару щепоток соли. Доведем до кипения. Когда масло растворится, всыпаем манку и заметим тесто. Снимем с огня. Дадим тесту немножко остыть и добавим сырое яйцо. Вымесим тесто. Выкладываем небольшие порции теста в кипящий суп, формируя клёцки. Отправим в зажарку. Когда клёцки всплывут, проварим супчик еще 3 минуты. Разливаем по тарелкам, посыпаем зеленью и зовем всех к столу. До новых встреч, друзья! Давайте жить вкусно!